Вот вроде безобидный ручеек. Этот ручеек представляет собой сбросовые воды канализации у кафе Григорич. Вот он ручеек потек, запах такой неприятный. И вот эти нечистоты сейчас у нас потекли дальше по арыку. Такой арык интересный. И потек туда вдоль трассы Змеиногорска. Это забор кафе Григорича. Его новая стройка. Сам кафе прямо вдоль Змеиногорского тракта. Все это течет с территории. С этой территории, которая переходит к самому кафе. Вот Змеиногорский тракт у нас. И туда вдоль тракта мы сбрасываем канализацию вниз.